Бег с необычным препятствием. Оригинальный марафон объединил тех представительниц прекрасного пола, которым уже исполнилось 18 лет, и у которых в гардеробе есть туфли на каблуках не менее 8 сантиметров. Забег на шпильках прошел в Саратовском горпарке. В числе болельщиков был и Сергей Пономарев. Эти девушки не то, что коня на скаку остановят, они могут и перегнать его. Даже 8-сантиметровые шпильки им не помеха. Многие из участниц забега вообще жизни без высоких каблуков не представляют. Мне приходилось бегать по работе, когда срочно вызывал начальник. Опять же, нужно было бежать за какими-то документами срочно и возвращаться с ним, то есть с большой кипой. Ну и, соответственно, когда я училась в институте, трамвай, автобус – это стабильно. Доказать всем свое мастерство бега на шпильках в горпарк пришло более 200 красавиц. И хотя многие из них говорили, что на каблуках готовы пробежать и марафон, преодолеть дистанцию даже в 50 метров некоторым так и не удалось. Разбитые коленки, подвернутые лодыжки. У врачей скорой помощи работы было хоть отбавляй, но даже в синяках и ссадинах. Горе-бегуни не могли ответить на вопрос, а стоило ли это того, чтобы бежать. Как же вы решили принять участие? Ой, это вообще авантюра. Меня подружка подписала. Я вообще просто так пошла с ней. Пока одни зализывали раны, другие, кто добежал до финиша, делились своими впечатлениями. Говорили, жаль, забег на шпильках не олимпийский вид спорта. Иначе весь комплект наград был бы у саратовских красавиц. Сергей Пономарев, Илья Рамазаев, Алла Хрунова, Вести, Саратов.